Вы до сих пор не получили. Вы до сих пор не получили Мару к себе в инвентарь. А у меня уже есть. Вот так-то. Если хотите узнать как, пишите в комментариях. И мы будем открывать подарки раньше, чем 2 января. Привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня у нас беспрецедентные акции. У нас сегодня покупки всякие интересные. И мы сегодня быстро разберем их, что у нас там и где, и с чем его едят. В общем, ждали и дождались, ребята. У нас та же самая акция почти, что была в прошлом году, за исключением некоторых моментов. Информацию, ребята, я вам обязательно солью. И еще самое интересное, извините, что за спойлерю вам, короче, то есть испорчу вам Новый год. Если не хотите, ну, испортить себе Новый год, о том, что вас ждет в будущем, можете не смотреть это видео. А реально будет неинтересно. Ну, по крайней мере, мне уже неинтересно, потому что я все знаю, что будет. То есть, ну, типа так скажем. Все, на этом моменте можете выключаться и уходить. Все. Все ушли? Все ушли, кто не любит спойлеры? Ну, тогда поперли. Итак, давайте с самого главного и основного, ребята. Забастовка, как всегда, загружаем сани. Саня у нас прям вообще огонь, имею в виду. Как вы помните, да, ребята, что правильно закидывать сани, то есть набираете здесь хорошие бонусы и потом аккуратненько чпок и закидываете, типа такого. Ну, надо выбирать на что. Призы, ребята, разнообразные. Ну вот, допустим, тот же самый пояс сейчас вылетит. Ну и, в общем, решать вам. Тут я вам ничего не скажу. Плюс новый апгрейд у нас получился, крионитовый трон. Вот так-то. Улучшение за крионит уменьшится. Ну, то есть все для наших любимых донатов. Все, что хотите, пожалуйста, только платите деньги. Сейчас будут наши веселые ребята будут его проапгрейживать, конечно. Мы туда вообще никак не относимся. Про нашу счастливую, красивую девочку вы уже видели, да? Видели, как я ее себе уже получил. Получил себе ее в ангарчик. Симпатичная прям такая. Ну, правда, уровень у нее слабоватый, поэтому пусть она там пока валяется. Но пусть валяется. В общем, вот такие вот у нее, скажем, такие навыки. Сейчас я, вот смотрите, на экране видите, да, еще дополнительно вам вырезал, какие навыки и что, то есть что дают. Считаю, что питомец ненужный, если честно. Ну, у него получается 3 атакующих навыка и один, скажем так, даже не знаю, по-моему, больше поддержка, скорее всего, в восстановлениях жизни. Но, по крайней мере, не раз я ее не видел, что она сработала.
Вот так. Ну, я качать ее не буду. Будет она у меня 6-го, наверное, уровня, ну, максимум. Пусть она... В общем, не нужно, короче, типа так скажем. Так, теперь по основным новостям, то есть новогодняя забастовка, так это я сказал, все это сказал, то есть апгрейды тронов, это все сказал. Девочку нашу симпатичненькую я обязательно провел, мандарины тоже мы все прошли. А, да, я все время забываю, у нас началась опять борьба с хакерами, и, соответственно, нас очень сильно ограничили теперь, ребята, в музбоксе. Мы теперь набирать бои и так далее мы не сможем. Соответственно, не только мы, но и ботоводы тоже. То есть тут двойная выгода, я его и так не набирал, а теперь ботоводы большой болт будут... Ну, облизывать там, сувать в карманы, за пазуху и так далее. В общем, типа такого. Плюс, ребята, кто уже встретится вот с такой вещью, посмотрите. Новый виток мутации произошел. И появилась способность свирепо какая-то перерождаться. В общем, какой-то, скорее всего, монстр будет взрываться на последнем ходу. Типа что-то такого. Это надо будет проверить, это я не знаю. Скорее всего, на стриме посмотрим. Если кто-то пораньше увидит, пожалуйста, скрины мне бросайте. Буду очень благодарен вам за это. Вот. Смотрим дальше. В общем, по подаркам, соответственно, видите, тут со скидочкой. То есть, до 2 числа. То есть, все как положено. То есть, тут, ну. Ну, давайте 2 числа. Смотрите внимательно. Так как у нас будет финик. Да, типа, это по новостям получается от 2 января 2017 года. Значит, 2 числа у нас будет новая машина. Какая же машина? Ну, об этом чуть-чуть позже. Соответственно, 9 числа у нас будет какая-то новая интересная вещь. То есть, соответственно, через 7 дней будут новые подарки. И, соответственно, будет новый приз. Какой будет, неизвестно. Ну, я жду, например, ту же Нано Еву или Чипователь. Не забывайте модули, которые обязательно появляются. Дальше перепрыгиваем дальше. И предложение года. Тут вы получаете то. И всего лишь за 32 рубина. То есть совсем малость, но... Подарочки есть подарочки. Но это неинтересно, ребята. И следующая, опять же, новость. Еще раз новогодняя щедрость. И вы получаете, ребята, или клетку здесь будет 2х, или пояс. То есть тут надо будет посмотреть. То есть предположительно к 19 числу. То есть и давайте подведем 2, 9, 16, 19. И мое любимое число, ребята, 26 числа. Я вам советую потихонечку... готовиться к сливанию рубинов. Это будет последняя акция. То есть и здесь будет сливание рубинов 3x. То есть ждем его, покупаем подарки и все призы на новогоднюю акцию все апгрейдим. То есть ждем, короче, конца января. До этого времени можете вести 6 мультов, пусть они вам зарабатывают рубины. Ну, через месячный план. Я же вам говорил уже. И, соответственно, и... Потом все подарки дарим на 26 число. У вас как раз еще 2 месяца. Можно скопить по 600 рубинов на каждом, ребята, аккаунте. Итого подарками вы можете засыпаться за 1000 рублей, можно сказать. Ну, если так вот примерно прикинуть. Ай, закрыто, блин. Хотел показать и не могу показать. Ну, ладно. Ну, в общем, я посчитал, короче. 1000 рублей там получится вам вкинуть, а подарков будет, ну, блин, море, если честно, по количеству, которое вы получите. Ну, а давайте сейчас к спорту. Конечно, я не мог, ребята, пройти мимо самого распаковки самой игры. Я так всегда делаю, вдруг какой-нибудь секретный там апдейт или еще что-нибудь. В общем, нашел я, ребята, новый трон. Действительно добавили, все нормально, появился итем. Хорошо, его раньше не было. Молодцы. Дальше, добавился новый питомец. Вот такая красивая девочка. Тоже новый добавился. Все без всяких проблем. Так, ее помадка добавилась. Так, ты тоже в конце добавилась. Интересно, ребята, вот эта штучка.
хотел вам сказать, говорю, это вам подарят апгрейд, ребята, бумера. Бумера 2 января. Те, кто досмотрел до этого момента, ребята, вам праздник я испортил. Испортил праздник. Вот так-то. Такая прикольная машинка. Вот так она выглядит в бою. Прикольно, да? Угарно же, да? Согласен, угарно. В общем, ее основная способность, ребята, это лечение. Лечение, причем всей команды разом. То есть... Я буду выкачивать вообще на максимум. Предположительно, я в нее очень много вбухаю рубинов. То есть, прям очень хочу. Как раз время есть еще, короче. В общем, хочу ее. Очень хочу себе эту машинку. Очень угарная. Дальше, ребята, помните наши новогодние открыточки, да? Новогодние открыточки будут дарить, не знаю кому и что. Но открыточки, ребята, появятся. Только не знаю у кого. Тут прям очень интересно. И, ребята, вот такая вещь может нам выпасть. Новая вещь, кстати, с 9 или с 19 января. Насколько я понимаю, это новый генератор генетики. У нас же чипы падают. Падают. Арконы падают. Падают. Вот, наноевы нам приносят, чипователи приносят. Вот вам, ребята, новый генетический прибор. Будут приносить генетику. Самое смешное, что он актуален только после 10 уровня. Я так предполагаю, на остальное, ребята, то есть тем, кто сидит до 10 уровня, эффекту он никакого не дает. Сочувствую, ребята, сочувствую. Ничего поделать не могу. Простите, ребята, что испортил вам Новый год с новыми сюрпризами, но, ребят, не могу не поделиться такими интересными новостями. Вот никак не могу не поделиться. Ну ладно, всем, ребята, всем счастливо, всем пока. Давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята. Простите еще раз за спойлеры, кому испортил Новый год. Давайте быстро, ребята, скупаем все за мандарины, обязательно. Обязательно все скупаем. Давайте, счастливо! Качаемся, короче.